Привет, друзья! Сегодня мы снова находимся у дедушки на даче. Решили, наконец, попробовать пожарить зефир на костре. Никогда так не делала, и сегодня в первый раз попробуем и посмотрим, что из этого получится. Чтобы зефир легко прошел шампур и не застрял, то лучше подогреть шампура на костре, чтобы кончик был горячий. Теперь нанизываем зефир на шампуры. Так как мы их подогрели на костре, это делается очень-очень легко. No, I shouldn't wanna be a special case, but I'm running away from the fears I have to face. I'm a moving target. I never finish what I've started. Теперь подносим шампуры к костру и жарим наш зефир. Делайте это очень аккуратно. Немножко убирайте шампуры в сторону, потому что зефир быстро пригорает. В конце видео я покажу, как он пригорел у меня. Шампур лучше не держать долго на одном месте, а постоянно крутить. Вот примерно так выглядит готовый зефир. Он сильно увеличивается в размере, внутри остается тягучим, а сверху получается аппетитная, вкусная, хрустящая корочка. Если вы тоже никогда еще не делали зефир на костре, советую вам обязательно попробовать. Думаю, вам понравится. Ой-ой-ой, пошло. Ой-ой-ой, горит. Сложно. Прогнил. Так быть не должно. Вот здесь.